Tā kiam rū di chidāng dū kēchī mūchā yu rē ngā rāng zō sāngi bichū chikēnji yinā Nē tā kiam rū di sāngi kōnchū chū gīndu kēpsum rōwa Итак, здравствуйте. И сегодня мы начнем говорить о начнем с разговора о прибежище, потому что это очень важный, это фундаментальный вопрос для нас, если мы практикуем буддийскую дхарму. Это очень важно. Как вы знаете, прибежище состоит из трех: это Будда, Дхарма и Сангха. Пендо каре юрес. Пенюн, гямлю пенюн сигруа. Кяпсу сунна пендо каре юрес. Итак, вначале, какова польза вообще в том, что мы принимаем прибежище? Мы говорим, я иду к прибежищу, я принимаю прибежище. Какая польза нам от этого? Читан гямлю пенюн дила, ини пенюн гесу юрес. Ла, ну, та тена не та, не хала на, та кяпсу сунна, не, пиндо каре юре, зна, пейчи юре, пейруа. Ине, гясу нанги, ине, няде, ине, тедан, ине, чакю, дила пейча не сун юре, та. Чакюла не хавусан, не асимэнги пича кучива. Та ди дила пешане. Эне санге чумден деги, эне да гонги ту цева ди, ангаранзу часангла, эне да чанюмба. Санге ги ту цева ди, эне ганса дила йоре, ганса дила йо маре седи, цава нини йо маре эс. Эне санге ги ту цева чимбо ди, Семжен тамжела нирин меба. Ми чимбоши енаре, ми чунжуши енаре, каре ена, та нга зона нгаранды нами насо йорова. Доа семжен тамжела туцева чимбоди нирин меба чиксун рейс. И в изложении этой пользы обращения к прибежищу, пользы принятия прибежища в трех драгоценностях, указывают 8 частей, 8 пунктов. И ну, я начну с примера. Такой один из примеров. В океане представим, что рыба есть, которая плавает в океане себе. Вот, и есть то, чем ее можно схватить или вынуть. Гарпун или крюк, какой-то инструмент. Вот, и вот это пример. По смыслу мы будем говорить о сострадании или любви Будды. И сострадание Будды, оно совершенно равностно, то есть он достиг совершенства сострадания, оно совершенно равно ко всем существам, существам малым, большим существам, к каким-то великим существам или незначительным существам. Ко всем он относится равностно, он, для него нет близкого кого-то, кого он чувствует как ближнего или дальнего. Все для него равны. Сусула белесинг дагре лагмаре, ангала чинги лагре лагмаре се тусчинди тезумра уши легуара ва. Дитава нине маре ес. Сангеги тутцава чимбу де, ангаранзу часан ла нирин меба. И вот иногда люди, такой вопрос у них возникает, они сомневаются, они говорят, вот а я вот такой человек, Будда поможет ли мне, да?
испытывает ли он ко мне сострадание, то есть почему бы мне должно было быть какое-то сострадание. Вот. Но здесь мы знаем, то есть мы должны знать о том, что сострадание Будды ко всем существам равно относится, он относится равно ко всем существам, и каждый из нас объект его сострадания, каждый заслуживает его сострадания. То есть даже его не надо заслуживать. Вот. И если мы уверяемся в его равностности, в этом равном отношении, то и сомнений в получении благословения или еще чего-то у нас не будет, и будет у нас уверенность. Пена гязо чимбо чигна, то есть няма муши ваче, руа. Ине гязо тена, ине, то есть ине, чакю чанва. Яна, то есть сянда дигри, пена, азу, сажа. Та замза, азу, хоптикана, дини легидо, халаваре. Когда вот те чики чуло до его дни его не чики, я говорю, кое-где дни его, те карени, чики нам до helicopter до утна, то есть не я лен, кидо я душио, типики динас сажа динас его дни чуло чему дни его на, чуло дни я говорю сажа ти чунчун чему дни на мит ла дей его на, дни тенду урва, ди до уша на ди гирва, ине, та пена дни жи Йоаче, так пиги, пиги ми валала дегюди, я ленгуе на, дела, пажола чакинджи урова, кола тушчени, чаджи гаргуе на, алондоуже угуе на, ини, так пиги ни, так капду, ини, тебур намду дудлени, туш такбаю ни, кола ти чакю урова, чакю урна пиги ми дела, ини Минане данда чаги алон юа данга мева нагани вач. Вот, ну Ринпоче говорит, пример с рыбой, наверное, ну в общем Ринпоче решил отказаться от примера с рыбой. Сейчас поймете почему. Вот, потому что он говорит, я приведу другой пример. Например, все мы видели где-нибудь в кино, как люди, которые пребывают в какой-то опасной ситуации, какой-нибудь лесной пожар или что-то такое, их прилетает спасать вертолет, и вертолет выкидывает какую-нибудь лестницу или веревку, чтобы эти люди могли зацепиться и спастись из этого места опасного. Вот. И вот этот пример, я думаю, лучше здесь подойдет. И вот этим людям, чтобы спастись, нужно что-то, чем они могут зацепиться за этот трос или за эту лестницу. Потому что если у них не будет с собой какой-нибудь другой веревки или кольца, или у них будут недостаточно сильные руки, чтобы удержаться, то даже вот эта возможность к спасению, хоть она есть, но она не может быть ими использована. Коя ленги, коя ленги мелене ява ямаре. Часан я ини кубеги кус самдан лере. Дина ми рик ни дила, рик чила ини танда чакю гусади йоре, тюнге йоре, рик чила мяре та. Часан ёади, тебу намруду я кяни ленту урвас. Вот, и представим, что это не один человек спасается, а несколько. И вот кто-то из них может уцепиться за эту веревку, а кто-то не может. Нет у него инструмента или способности. И выходит так, что для спасателей, для них неважно, кто из этих людей воспользуется возможностью. Они готовы спасти всех. Но если возможность со стороны принимающей отсутствует, то спасение его не будет возможно. Чэнцан, эне, пиги чакю йоаде, эне, ангаранцу та, сангела кяпсу дуаде, эре, вагеруа. Эне, чакю мэвату ку, кяпсу ма дуа, дилаа беша, руа.
Ini pergi tanda tebur namdu di ini pergi sanggiran gitu cewa cumbu semjalan mebi tu cewa cumbu di cacing la niri mebare, loa. Cacing ini kang cagu yo ade tu sini ya den pergi kau tu huare ini kesi ini cagu de mewa ina kau gua sambai ina yang kau geng geng gua ni kau gua sambai ina yang pasau geng gua ni ti tunggeng di mebi samba. Вот. И вот смысл примера, как вы уже, наверное, поняли, он такой. У вот этот спасательный вертолет, он подобен здесь Будде. Он готов спасти, вытащить, вынести любого из людей. Ему без разницы, кто это будет. Для всех протянут трос. Вот. Но зацепиться может тот, у кого есть такая способность. И в нашем случае, в случае прибежища, это те, кто принимает прибежище, то есть те, кто принимает эту помощь. И вот если мы принимаем помощь, то нам могут помочь. Вот. Ну и, соответственно, если мы сами не способны зацепиться за трос, или у нас нету веры, и мы не рассматриваем Будду как прибежище, у нас нету вот этого кольца, за которое он может нас зацепить, вытянуть, у нас нету способности воспользоваться его помощью. Ini tadi nanggi ta pergi kau gosa gigi meeting orang tu koala neba di samudang. Ini pergi tebu kapdu yang di namru kau gendi sange gigi tu cawat cimbo dila tu sejawa ina. Ini tu cawat cimbo gune kau bagi ini tu cewi cakui alon tu yo ina yang pergi la pergi koala nebe semjen la. Ini tebe anu mewah ina sange gigi ini tu cewa cuma tu dengan orang ini mewah yore esro semjingi ngune ane tebe de mewah ina kau gigi cembah ina kau tu gua mares. Вот. Итак, место, откуда люди хотят спастись, или существа хотят спастись, вот это опасное место, это сансара. Все существа, которые хотят спастись, это все существа, потому что все существа страдают так или иначе, все хотят избавиться от страданий. И Будда — это тот, у кого есть безмерная, необусловная любовь и сострадание, это Будда, который готов помочь всем без какого-то развлечения этих существ, то есть ему для него все существа равны. Но если у существ, подлежащих спасению, нету пока способности принять эту помощь и воспользоваться этой помощью, желание принять эту помощь, то Будда не может им помочь. Cetak ini dia yang tisang orang tu kita cetak yang kita pede sebagai na, kaya yang buat si ini labre pugu di, lusung yang buat si cajua si kaya yang guni kunu ya buat si, tapi pugu konang yang guni kaya yang lab ni tenang mati sebagai na, tapi si mido, dia lah sementang na. Вот. Ну или Рипочи говорит такой более житейский пример. Например, есть учитель, обычный школьный учитель, который действительно хороший специалист и к детям всем ищет подход и может их научить и относится одинаково. Но в любом случае дети разные и ведут себя по-разному. И до кого-то трудно достучаться до каких-то детей, трудно им помочь. Ну, здесь и бывают случаи, когда и учитель, и хороший учитель ничего не может сделать. Самно корма то и на, там все мелодушь.
Вот. И часто такое бывает также в семье, когда родители действительно искренне хотят, исходя из своего адекватного опыта, как-то уберечь детей от ошибок, вот. Но дети не принимают их помощь и не слушают их, ну и потом только когда они сами хотят ошибаться и набивать как бы свои шишки, вот, но как бы то ни было, они не принимают помощь родителей, и здесь тоже в какой-то момент нельзя помочь, потому что они не принимают эту помощь. Вот. Итак, Будда не различает существ на хороших, плохих, на близких и далеких. Он любит всех и сострадает всем одинаково. Вот. Итак, если с нашей стороны мы не полагаемся на Будду, у нас нет веры такой, то прибежище, он нам не может помочь. И вот в противоположность, если мы полагаемся на того, кто способен нас спасти, на Будду, то происходит вот этот вот акт спасения. Тогда это становится возможным. И вот в этом польза принятия прибежища. Они санги конги дисуньоре. Две дунга чаги мисела, ниги тобачин лапуминде. Чунги дембатеми дуару гус. Они санги ги ганцу ини дунгалди индустини конги ду сеше ди йомарес руа. Ти нада ниманы ганцу чазан ини санги ги салу койцаре. И как сам Будда сказал, что он по своей воле, мановением руки, не может устранить страдания существ. Страдания устраняются только собственной практикой, собственным развитием каждого существа. И положившись на Будду, Дхарму и Сангху как на прибежище, человек сам проходит этот путь и использует метод и мудрость, и проходит проходит 10 земель и 5 путей и становится Буддой. То есть приняв, положившись на прибежище, то изначально нам нужна вера, чтобы мы опирались на прибежище, и затем, практикуя то, что Будда проповедовал, мы можем уже достичь результатов. И вот для того, чтобы нам действительно зародить в нужную степень такой веры и действительно принять Будду как опору на пути, мы должны понимать вот эту пользу, которая из этого проистекает, то, что только имея отношение к Будде как к опоре в освобождении, мы сможем получить эту пользу, то есть мы тогда и сможем практиковать этот путь.
И Будда, даже желая этого, не может устранить своими какими-то магическими силами наши страдания и все, что как бы нас в сансаре ожидает. Вот. Но потому что страдания эти, они возникают из источника, они порождены определенными причинами и условиями. То есть вот с этими причинами и условиями нужно работать. Дини кунжун пабе дэнба оосе, лэ дан нюмуни ла дэнэ чунга ра эс. Вот, итак, к этому, именно об этом Будда говорил, когда говорил о четырех истинах святого или четырех благородных истинах. Первый он изрек истину страдания, то есть то, что страдание есть, и нам тоже нужно это признать, понять. Вот. И то, что и поскольку и дальше мы понимаем, да, что страдание не возникает беспричинно, это невозможно. Что-то порождает это страдание, значит, где-то есть этот источник, что же за причины порождают страдания. Следующая истина — это истина источника страдания. И источник страдания — это, если свести все разнообразие в такую квинтэссенцию, то это будет карма и клеши. Ну и если оно такое, страдания, порожденность причин, то можно ли устранить эти причины и избавиться, соответственно, от их результата? И да, это можно. Дальше Будда говорит о пути. О истине освобождения. Как третья истина называется? Пресечение, да. Вот, истина пресечения, то есть да, это возможно. Возможно устранить полностью причину страданий, кармы, клеши. И как это устранить? Для этого нужно практиковать путь. И вот путем медитации этого пути, использования методов различных, мы реализуем истину пресечения. И этому посвящены все писания, все слово Будды, которое мы сводим к 84 тысячам томам. Чесан, та деньги кунжу сум, ты че там кемру тунгу тысячи. Кунжу сумги, да кунжу сумла кепсу дона сосол пендо йоди тос кой на. Эне да, не санге кунжу ди, не тонда газур наши, пена, кеп тумба бурес. Санге кунжу ди роа, тонда кунжу сумги нанги, кеп тумба бурес роа. Да, они, да, ты чиксун я. Санге кунчо ди кептемба бурес. Да ты пичикся война. Они санге кунчо ди пенангазу мембадам пешана
Тигорес. Итак, если мы понимаем и осознаем эту пользу принятия прибежища, понимаем, что с помощью дхармы, которую даровал Будда, практикуем, мы можем освободиться, Будда становится для нас тем, кто указывает на путь к спасению. Вот. И Тама Каресу Сунгути. Санге кончоти кяптумба пурес. Здесь хороший пример, и всегда мы его приводим. Это пример с врачом, с процессом лечения. Пена мемба ги эне небала пена менди чигуруа, ментангуруа, ментан небане литуа чигуруа. Санги ги ансула эне дунгали деве чир эне кяптумба булане кяпкарите мугурезена чиги пуму ги дисимуди сунгуре эс дунгали дуис лам. Вот. И подобно тому, как врач избавляет больного с помощью лекарства от страдания, Будда подобен врачу, он избавляет от страданий, всех страданий сансары, тем, что проповедует дхарму. Вот. То есть тем, что он показывает нам путь к избавлению от этих страданий. Угу. Дхарма, соответственно, это лекарство. Гаранцо не непа. А мы, соответственно, больные. Непа лашан дегуреса. Ченсан санге гируа нанцу не ли дуэги чеду ту чесун юрес. Тан не сана кое дунгал. Да, и для того, чтобы нас освободить от этой болезни, сансары, от этих страданий, он будто даровал учение. Руа. Чесан, та не че кунчоди мендам бешана дигурес. Вот, и так дхарма – это лекарство. Чесан, кя мгуди не че кунчо чагурес. И то, что мы называем настоящим фактическим прибежищем, это именно дхарма. Чесан, санги кяп тюмбапу чирва. Ани кяп тюмбапу санги ки эне та мадзуги чуги пумбуки дишитунг ту сунгюре эне конги сунгви лам делес руа мадзу тус ямлен чайвай нас руа эне танда мадзу чуги кунчу руа эне сусу лам делю джангли дувай на ngaranzo та куали дугу руа чесан кове нели таргирес. И если мы будем использовать лекарства, которые Будда даровал, или это дхарму, учение Будды, если мы им воспользуемся, то есть будем его практиковать, будем медитировать и так далее, то мы от болезни своей, от страданий сансары, мы избавимся. Ченсан, кя мгуэ танданганда мэнда бешаймба, небади назали чра говала, эни мембаги эни ламду наванаши нанзу менсаваина небати неле таргируа. Да, и вот если больной лекарство будет принимать, которое ему врач прописал, то он исцелится. Но если нет, то нет. Тенсан нанзу куали джоала эни сангела кяпсу джони руа. Ани конги тэмби чуэти нямлин конги тэмбан тэмби ламте нямне че бала нямне яку че ба ина тила чангва ина сузу куали таяги таблам йорес. Вот, и вот если мы будем практиковать так, как сам Будда практиковал, и так, как он нас учит, как он нам показывает, то получится и освободиться из сансары. Ченса данги дэнсиги римбачитова. Не дунгалде гюме кемелен чунгё маре гюле чунгре не тэ лам гомбалатэне паньё рэс
타레니 뉴디 다 시디 봄비 봄바 고덴데 수수귤라 토베운디 에니 최근 종문에 대 수수라야 수수귤라 디 다 대협식으로 토베 요레스 Вот. И именно в таком порядке, в порядке практическом, излагаются четыре благородные истины. Они могут излагаться в разном порядке. Вот этот порядок, который мы указали, это тот порядок, в котором они осмысливаются практически. Вот. То есть вначале мы должны понять, что есть страдания, от которого мы, соответственно, хотим избавиться, что страдание это имеет причину, источник, вот, и то, что это можно прекратить, истину пресечения, можно реализовать самому, и избавляясь с помощью практики пути от двух завес, завес клеш, завес познаваемого, мы сами в себе реализуем это, то есть мы реализуем прибежище. Тензадинги тангацу тангбу ини галана кемру тус чи сама кяпсу дона сузу пендо краё ати тос хаго айна. Вот это тоже всё относится к пользе принятия тренинга. Тензадисила ини санги ки ини да кун кяп тэмба буро а тела тёна чи или ро. Ане тела тёна тус лева айна ини чук сузу пи лам тела чанг ро а. Та кептен бабуги эни төншаби ламдела чангу горова тусте римба делевайна эни кемгой де сусукила эни кандики гуйме сусу сангеги төмбе ламтеле нямне чевайна эни сусу дунгале тараёвати тус хагуем горовас. И вот это то, что мы должны обдумать и осознать в себе, что Будда — это тот, как бы, его главная ценность его в том, что это тот, кто указал прибежище, тот, кто проповедовал, указал нам на путь к спасению. И вот этот путь, если действительно мы будем его практиковать, если действительно мы будем делать вот эту, продолжать эту практику, как Будда говорил, то мы реально достигнем этих, этой истины пресечения и различных реализаций, так как это Будда проповедовал. Да, санги кунчоди кяп тэмба пучи, чуди кяп мой чируа, они гэнди кунчоди кяп дубил тату рейс. Вот, итак, Будда — это тот, кто поведал нам прибежище, то есть дхарму. Это, дхарма — это истинное прибежище, то есть это фактическое прибежище, это дхарма. И сангха — это наши товарищи на пути, это те, кто практикует, те, кто достиг чего-то, реализации с помощью этой практики. Та гинди кунчо де кяп дубил даро сруа кяп тэмбабу кяп мы кяп дубил даро часон кяп дубил даро каре канде сре лавай нас. Итак, тот, кто поведал дхарму, тот дхарма самату, истинное прибежище, и вот эти наши спутники на пути, санха, почему они называются так, почему они называются наши соратники или спутники? Сангеги та суншабе та лам тела тела джебе чок чигрес, оба чигрес, гинди кунчо кирова. Это те, кто нам может помочь на пути, то есть это те, кто уже практикует то, что мы хотим тоже практиковать, реализовывать, и они как старшие товарищи могут нам помочь и поддержать нас. Вот, поэтому их называют благие спутники. Сусола кебентус пендо йо хагуайна, те чеду
pendo yo to sago ay na suzungu ne ang chik миксе ки тона легро аз ди че ту ту че не педан че ба ту че ба есть. Вот, и если мы будем это все обдумывать и действительно ощутим, почувствуем вот эту пользу от принятия прибежища, принятия Будды как прибежище, дхармы и санхи, то действительно будет хорошо. Они я кепсуру на я пендо карио рейс на намбар санги ба цугу рейс. Вот. Также еще один аспект пользы этой, одна из польз, вот, это то, что мы будем, как сказать, станем в ряды буддистов, станем буддистами. Эни думба тамчеги тенчагре эскепстуайна. Думба. Думба мата, мазу думбайна, чанжу сэмбе думба, маги думба. Але, думба тамчеги тен. Также мы станем теми, мы станем опорой для принятия обетов, то есть мы станем, это принятие прибежища, это основа остальных обетов и пользы, которую мы из них получим. То есть здесь имеется в виду обеты личного освобождения, бодхисаттвы, обеты тантры. Часангацу думба чик ту шуэти юайна, тэнгун ту кямду кэчимбу рэйс. Да, то есть если мы хотим серьезно практиковать, хотим получить обеты, то очень важно иметь вот этот фундамент или базу из прибежища. Да, тимэнги да, мидан мимаэнги нэбэ мацубала собатус чэнэ пэнгэ юрэс. Вот. И также польза в том, что если человек искренне и по-настоящему вот принял прибежище, прям сильно принял, вот, то ему не навредит, не навредят никакие люди, ни нелюди. То есть никто не может ему навредить. Вот это я хотел сказать о прибежище.